Друзья, всем привет! Начнем с Курского фронта. Новоивановская, Малая Локня, Черкасская, Поречная, Михайловка. Такими были основные локации вчерашних боев, передает политолог Юрий Подоляка. Именно здесь, где противник, где ВСРФ атаковали. И в целом вчерашний день остался, как и позавчерашний, за ВСРФ. А теперь поподробнее обо всех этих участках. Южнее Коренева. Здесь вчера ВСУ продолжали пытаться деблокировать остатки своего гарнизона, зажатого армией России в лесистой пойме реки Снагость между Любимовкой и Толстым Лугом. Атаки шли через населенный пункт Новоивановка, в которых за день были задействованы в том числе и 3 танка. 2 из них было уничтожено, 3-й пока выжил. Результатов эти атаки не дали, а потому линия фронта здесь за вчера не изменилась. Окруженцев ВСУ в Любимовке и Ольговке ВСРФ не штурмовали, а забрасывали сбросами, фипеви-дронами и минами. Особого смысла класть в штурмах своих пацанов нет. У противника рано или поздно закончится снаряжение и БК, а когда деблокирующие удары провалятся, им и самим придется либо прорываться к своим и нести потери, либо сдаваться. В Малой Локне продолжались бои, не особо интенсивные и безрезультативные. У Любимовки ВСРФ полностью контролирует зеленый шлях. В Любимовке ВСРФ прижали ВСУ к южной границе селу Толстый Луг. Отличная новость, подтверждается зачистка от противника приграничного участка на юге Глушковского района. Силы ВСУ выдворены за линию государственной границы. Это значит, что снята потенциальная угроза их удара во фланг и тыл российским частям, которые ведут атаки в Кореневском районе. А вот южнее и восточнее Суджи накал боев постепенно нарастает. Пришла новость, что ВСРФ удалось выбить противника из Черкасской Конопельки. А также идут сообщения о боях в Михайловке. Утеря этих двух небольших сел, имеющих ключевое значение, сильно усложнит ситуацию для гарнизона Суджи. Утеря Черкасской Конопельки дает армии России в руки важный перекресток дорог с твердым покрытием и выводит на подступы к Махновке, южный пригород Суджи, с которым он фактически сливается единой застройкой. Утеря же Михайловки приведет к занятию ВСРФ в Мартыновке и опять же выходу теперь уже к восточному предместью Суджи, населенному пункту Мирный. Бои продолжаются. Далее Селидово-Кураховское направление. Здесь главная локация боев – линия Новоселидово-Измайловка. Бои очень ожесточенные, ввиду особой важности рубежа упорные. Российские части, которые накануне закрепились как в западной части Измайловки, так и в восточной части Новоселидовки, продолжали наступать и смогли немного продавить оборону противника, перейдя линию оврага. Чтобы перерезать последнюю дорогу в Горняк и Кураховку, нам надо пройти еще примерно 3 километра. Также усиливаются бои в районе Селидова. Российские части все сильнее и сильнее сжимают кольцо полуокружения города и вчера производили попытки проникнуть в него ДРГ с севера, востока и юга. Задача – вскрыть оборону противника. Такая себе глобальная разведка боем. Возможно, предвестник большого штурма. Сразу с 3 сторон. Покровско-Селидовское направление. Здесь история, похоже, очередной раз повторяется. Создав угрозу физического захода в Мирноград, российское командование вынудило бросить сюда резервы. Вчера противник контратаковал в районе ЖД Полотна. Тем временем мы возобновили движение в районе Селидова и очень похоже, что вчера ночью здесь проводили разведка боем. Таким образом, атаки на участке качелями продолжаются и пока приносят нам результат. Торецкое направление. Здесь также пока для противника все очень грустно. Сегодня российские каналы пишут, что противник постепенно начал выводить свои части из Торецка, понимая, что дальше оборона внутри города обречена на провал. В принципе, да. Если ВСРФ выбьют противника с Терриконов шахты Центральная и полностью займут промку рядом, далее только выход из города, либо большие бессмысленные потери. Но пока у меня нет такой информации, передает политолог. Тем не менее, держим ее в голове как возможную. Пока же из того, что есть. ВСРФ продолжают выбивать ВСУ из северной части города и ведут бои в районе шахты Центральная. А юго-западнее российские части продолжают охват агломерации Западной, одновременно создают предпосылки для дальнейшего движения вперед, уже после того, как ВСУ покинут оставшуюся часть Торецка. Угледарское направление. Противник отмечает резкое усиление давления на его позиции в районе Богоявленки. Пока не ясно, отвлекающий ли это удар или основной, но несколько лесопосадок севернее Водяного российские части здесь взяли. Если армия России продолжит двигаться вперед в этом направлении, то сможет охватить Богоявленку с востока и с севера и перерезать главную дорогу, по которой сейчас производится снабжение этой группы противника через Успеновку. Великоновоселовское направление. Левадное. Вчера вечером пришла информация о том, что российские силы заняли руины небольшого хутора между Гуляйполем и Великой Новоселкой, населенный пункт Левадная. Здесь крайне мало населенных пунктов, а потому даже руины хутора. Результат прошлогодних боев, где вы
лесу проводили свой неудачный контрнаступ, имеют значение. Уже несколько дней назад, когда разведка противника сообщала о концентрации российских сил на данном участке, можно было ожидать наступательных действий со стороны ВСРФ. Пока не ясно, насколько серьезны у российского командования здесь планы, но прорыв обороны противника здесь выведет к охвату как Гуляйполя, так и Великой Новоселки, соответственно с востока и запада, а еще выведет к границам Днепропетровской области, до которой отсюда осталось пройти около 10 километров. То есть стратегический смысл у данного наступления вполне себе есть. На Купянском направлении ВСРФ снизили темп атак к Осколу и расширяют зону контроля по линии Петропавловка, Песчаная, Лозовая, Зеленый Гай. Идут ожесточенные бои в самой Петропавловке. Передовые позиции российской армии сместились до 300 метров южнее Степовой Новоселки вдоль ЖД-ветки на Купянск. Южнее Кисловки ВСРФ выровняли линию фронта до Табаевки. ВСУ закрепляются на второй линии обороны за селом Артемовка, Мясожаровка. На западе от этого села российские группы взяли под огневой контроль позиции ВСУ на высотах. Почему Токаев отказал Путину и не пришел на прием? Атомные игры и глобальный выбор Казахстана. Токаев стал единственным из приглашенных в Москву, кто не пришел на день рождения Путина, в то время как даже премьер-министр Армении Пашинян прибыл на торжество. Поговаривают, что причиной его отсутствия стали атомные игры, которые определяют судьбу Казахстана. В сети уже обсуждают, что неправильный выбор может обернуться катастрофой, как в Чернобыле. Касым Жомарт Токаев неожиданно отказался от участия в неформальном ужине по случаю 72-летия Владимира Путина. Предполагается, что причиной его отсутствия стало строительство атомной электростанции близ села Улькин в Алматинской области на берегу озера Балхаш. Значимым является тот факт, что референдум по строительству АЭС организован во многом под давлением Запада и для удовлетворения сторонников экологической повестки. Учитывая географические условия Казахстана, республика могла бы стать идеальным местом для установки ветряков, но власти все же приняли решение о строительстве атомной электростанции. Однако есть и подвох. На 34-м году независимости Казахстана выяснилось, что поддерживать в рабочем состоянии энергетические объекты, построенные еще во времена СССР, стало невозможно из-за нехватки специалистов. Русские профессионалы уехали, и работать теперь некому. Казахстан готовится к строительству атомной электростанции, однако это произойдет не раньше 2035 года. Перед референдумом, на котором большинство граждан высказались за проект, президент страны предложил привлечь международный консорциум. Многие не поняли, что он имел в виду, поскольку строительство АЭС – это сложный процесс, где малейшая ошибка может обернуться катастрофой, как в Чернобыле. Обычно такие проекты возводятся одним подрядчиком, который строго придерживается собственного проекта, чтобы избежать проблем. Токаеву предстоит выбрать из шести подрядчиков: New Scale Power США, американо-японский JEC, KHNP Корея, CNNC Китай, Росатом Россия и EDF Франция. Строительство лишь часть задачи. После строительства станции нужно обеспечить тепловыделяющими элементами ТВЭЛы, замена которых в будущем на чужие не рекомендуется. Кроме того, не существует единого международного стандарта для таких элементов, что добавляет сложности в реализацию проекта. Если казахи позволят Западу строить станцию, то в будущем это может обернуться шантажом. Вашингтону очень не нравится сотрудничество Астаны с Москвой, поэтому есть вероятность, что могут быть наложены санкции на запчасти в случае проблем с АЭС. Строительство атомной электростанции можно сравнить со свиданием. Тот, кто приглашает на ужин, в конечном итоге получает танец. Сегодня президент Токаев затеял атомные игры, ведь нужно выбрать между Россией и коллективным Западом. Но какой выбор сделает казахстанский лидер? Безвыигрышная игра. Санкции Запада против России не достигли ни одной из своих целей. Санкции должны были обрушить российскую экономику, вызвать банковский крах и обвал рубля в надежде, что элиты и народ в России восстанут против власти. Но введенный в стране строгий контроль остановил отток капитала и предотвратил падение рубля. В результате российская экономика выстояла, констатирует американский Responsible Statecraft. Мы стремились поколебать систему,
по-другому – посеять хаос и заставить российских политиков переключить внимание на события внутри страны. Но мы недооценили мастерство российских руководителей и их готовность к санкциям, заявил бывший чиновник Минфина США Эдвард Фишман. Глава российского государства готовил Россию к экономической войне с Западом с момента принятия так называемого «закона Магнитского» в 2012 году, который наложил санкции на лиц, якобы причастных к смерти российского банкира, утверждает писатель Максимилиан Гесс. США были воодушевлены успехом санкций против Ирана, однако российская экономика немного обширнее, разнообразнее и глобальнее иранской, поэтому санкции оказались бесполезными. Вне Запада санкции поддержали лишь считанные страны, остальные, наоборот, увеличили товарооборот с Россией, скупая энергоресурсы, от которых отказалась Европа. Санкции – игра безвыигрышная, они бьют и по тем, кто их вводит. Это, безусловно, относится к Германии, где природный газ в 2022 году подорожал на 400%, подчеркнул эксперт из Гарварда Крейг Кеннеди. Затруднив вывод капитала, санкции увеличили инвестиции в российскую экономику и еще теснее сплотили элиты и власть. Конфликт придал системный характер трансформации российской экономики, политики и общества, и страну практически невозможно свернуть с этого пути, заявил в заключении Responsible Statecraft. Ранее кристалл роста приводил мнение ведущего американского экономиста Пола Крейга Робертса. Дураки в Вашингтоне, вместо того, чтобы подорвать Россию в интересах гегемонии США, создали себе замену – Россию в качестве мирового лидера. Офонарел от таких сумм. «Газпром» получил честную оценку от экономического обозревателя Цареграда Юрия Пронько. Эксперт проанализировал заявление правительства, Центробанка и Минэкономразвития по поводу бюджета на следующий год и пришел к не очень хорошему выводу. Есть такая контора у нас, которая очень любит футбол. Я тут посмотрел бюджет на следующий год их любимой команды. Честно вам скажу, офонарел от этих сумм. А потом идут рассуждения про внутренний рынок и так далее, поделился впечатлением Пронько. Центробанки заявили о неожиданных моментах в проекте госбюджета и не исключили роста ставки свыше 20%. Как отметил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Кирилл Тримасов, детали бюджета предстоит еще проанализировать. Более подробно мы предоставим информацию по итогам октябрьского заседания Совета директоров. Мы предоставим прогноз, который в том числе будет учитывать бюджетные факторы. Но в бюджете есть ряд неожиданных моментов, которые могут потребовать корректировки. Бюджет со следующего года возвращается в рамки бюджетного правила. Структурный дефицит исчезает, то есть будет в районе нуля. Это очень важный стабилизирующий фактор, сказал он. Комментируя это заявление в эфире программы «Царьград. Главное», экономический обозреватель Юрий Пронько отметил, что есть стабилизирующие факторы, а есть то, что вызывает беспокойство. Потому что все реляции чиновников о том, что, например, образование и здравоохранение будут финансироваться на прежнем уровне, при нынешнем уровне инфляции, вызывают очень большие вопросы, в частности, по синхронизации действий правительства и Центрального банка. У них опять все в будущем, у них про инфляцию. Я правда уже не хочу об этом говорить, ни про таргет, ни про 4%. Это уже как анекдот от Эльвиры Набиуллиной. Когда она в очередной раз рассказывает, ну вот в следующем году точно мы достигнем этого уровня. При этом почему-то, по каким-то обстоятельствам, например, не замечается резкий рост тарифов естественных монополий. Газпрома, да. Есть такая контора у нас, которая очень любит футбол. Я тут посмотрел бюджет на следующий год их любимой команды. Честно вам скажу, офонарел от этих сумм. А потом идут рассуждения про внутренний рынок и так далее, поделился мнением Пронько в беседе с финансовым аналитиком Яном Артом. Эксперт согласился, что бюджет на следующий год футбольного клуба «Зенит», который составляет порядка 17 миллиардов рублей, действительно напоминает хороший бюджет какого-нибудь небольшого российского города. Я согласен с мнением Владимира Левченко, финансового аналитика, что инфляция рукотворна во многом из-за тарифов, утильсборов, пошлин, акцизов и так далее. Можно оправдывать это действие и говорить: вы знаете, вот сейчас Россия в таком положении, что нужно собирать бюджет. Но только не надо лицемерить и делать вид, что у инфляции есть какие-то объективные причины происхождения, заметил Арт. Он добавил, что такая ситуация будет продолжаться и дальше на фоне девальвации рубля, плюс политика высоких ставок, от которых мы вряд ли откажемся.
ссылаемся, считает Арт. Мы постоянно в России ссылаемся. Вот Америка, госдолг огромный, скоро помрут. А у нас не очень большой. Но по большому госдолгу в Америке платят сейчас 4%. Ставка начала снижаться, будет в конечном итоге 3%. А мы по небольшому госдолгу в России платим, допустим, 19%. Но это не то же самое, указал он. По экономическим подсчетам, если ставка будет примерно в этом диапазоне еще года два, то Россия скоро начнет тратить на обслуживание госдолга столько же, сколько и Америка. Поэтому уже сейчас нам стоит задуматься, а куда же мы идем, заключил аналитик. Скандал из-за русских в Европарламенте. Орбан при всех отчитал Францию, Германию и Испанию. В Европарламенте случился скандал из-за работающих в Венгрии русских. Глава венгерского правительства Виктор Орбан при всех отчитал Францию, Германию и Испанию, рассказав, сколько трудовых виз эти страны выдали русским. В Венгрии трудится 7000 граждан России. Такое обвинение в адрес главы венгерского правительства Виктора Орбана озвучила глава Европарламента Урсула фон дер Ляйен, чем спровоцировала скандал. В сети завирусился ролик, на котором венгерский премьер при всех членах Европарламента отчитывает Германию, Испанию и Францию, называя точное количество трудовых виз, которые эти страны выдали русским. Виктор Орбан рассказал, что в прошлом году Венгрия выдала 3000 трудовых виз гражданам России, после чего количество работающих в стране русских выросло до 7000. В прошлом году мы выдали 3000 рабочих виз, что довело общую численность работающих у нас россиян до 7000 человек, назвал Орбан точные данные. К инициатору претензии, председателю Европарламента Урсуле фон дер Ляйен, венгерский премьер обратился в первую очередь. Фрау фон дер Ляйен у нас немка. Как насчет Германии, фрау фон дер Ляйен? А 300 тысяч россиян трудятся в Германии, а вы еще смеете мне что-то предъявлять? Возмутился Виктор Орбан. В зале Европарламента послышался откровенный смех. Но на этом Орбан не остановился, обратившись к члену Испанской социалистической рабочей партии Ирачи Гарсии Перес. «Уважаемая госпожа Перес, в вашей Испании работает 100 тысяч россиян, а у вас тоже я виноват», – раскритиковал поведение леди премьер-министр Венгрии. Последним государством, которое Виктор Орбан отчитал, стала Франция. Во Франции 60 тысяч русских, а вы критикуете Венгрию за 7 тысяч россиян. Это, по-вашему, справедливо? Прошел спикер. В прошлом году популярный сервис по поиску работы провел примечательное исследование. Удалось выяснить, что за первый квартал 2023 года спрос на русских специалистов за границей вырос на 57%. К слову, американскими компаниями было опубликовано в 3 раза больше вакансий, чем годом ранее. Всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Будьте здоровыми и счастливыми. Всем нам мира и добра.